Айхальские волонтеры в Мирном продолжают добрые акции. В канун 8 марта мамы детей с ограниченными возможностями совершенно бесплатно посетили салоны красоты и получили подарки, рассказывают коллеги в Мирном. Галине Дашкевич не так часто удается посещать салоны красоты. Она воспитывает сына с ограниченными возможностями. Сегодня у нее особенный день. Галина почувствовала себя настоящей королевой. Такую возможность подарили айхальские волонтеры. Говорят, мир не без добрых людей. Но я, например, была очень удивлена, когда мне позвонили, пригласили, как бы это доброе дело. Тем более, что я знаю, что это основано на началах, на инициативе людей, которые хотят помочь мамам, таким как мы. Бесплатно салоны красоты посетили 10 матерей с непростой судьбой. Айхальские предприниматели на призыв волонтеров откликнулись быстро. Добрые дела для жителей поселка – привычное дело. Были немного удивлены, что нас позвали поучаствовать в этой акции. Мы планируем в дальнейшем поддерживать все начинания. Добровольцы готовы творить и другие добрые дела. Идеи приходят каждый день. Сегодня частичку добра подарили мамам. Завтра будут собирать деньги на лечение тяжелобольного ребенка. Самое главное, эти люди объединены одной целью – оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Нария Сивцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».